Евгений Бидюк за рулем 47 лет. Треть этого времени он водит машину скорой помощи. Говорит, что за эти годы на дороге возникало много непростых ситуаций. Но когда он мчится на вызов, в потоке машин ему уступают практически всегда. Особенно дисциплинированными жители стали в последние 2 года. Да, вот с пандемией, конечно, заметно, что вот водители стали как-то относиться с понятием, что везут не просто так вот там, не за пивом поехали. Сегодня Евгений совместно с сотрудниками ГИБДД отправился в дорожный рейд «Маяк», в ходе которого проверяли лояльность участников движения к автомобилю скорой помощи. Такая работа проводится регулярно и не только с медицинскими работниками, но и с другими экстренными службами. В ходе проводимой операции за кареты скорой помощи непосредственно в близости будет двигаться автомобиль сотрудников полка ДПС, которые будут фиксировать административные правонарушения и привлекать водителей транспортных средств, которые не предоставили преимущества в движении спецавтотранспорту. Сегодня нарушителей на дороге не выявили. Все пропускали машину скорой помощи, вовремя перестраивались в другой ряд и снижали скорость. В противном случае нарушителям грозит штраф 500 рублей, а злостных нарушителей могут лишить водительских прав на срок до 3 месяцев. Но главное, чем должен руководствоваться водитель, уверены сотрудники полиции, не страх наказания, а понимание, что кто-то ждет помощи врачей. И, возможно, решающими станут не часы, а минуты. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.